Привет, друзья! Меня зовут Лена, я преподаватель по ударным инструментам. Я вам покажу один из способов, как правильно работать с метрономом. Если у вас есть какие-то проблемы с ритмом, то значит вам нужно играть под метроном. Но я предлагаю вам не играть под метроном, а петь. Для этого нам нужен сам метроном, ритмические длительности, четверти, восьмушки, триоли и шестнадцатые. И какой-то слог, допустим, слог «та». Я запускаю метроном 70 ударов в минуту. И мы начинаем работать с четвертей. Тап-тап-тап-тап-тап-тап. Если не очень получается, можно и потянуть звук. Та-та-та-та-та. Полностью заполняя все пространство. Далее у нас восьмушки. Та-т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 а. Триоли. Та-т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 а. И шестнадцатые. Та-т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 а. Не забывайте работать и в обратном порядке. От шестнадцатых к четвертям. Есть какие-то подсказки на сайтах с метрономом или есть специальные электронные метрономы, где вы можете найти эти подсказки. Вы можете переключать четверти, восьмушки, триоли, и это будет вам помогать. Процесс будет идти быстрее. У каждого, естественно, это упражнение займет энное количество времени. Кто-то будет больше работать, кто-то будет меньше, у кого-то быстрее оно получится. Предлагаю вам работать с этим упражнением, и вы почувствуете, что ваше внутреннее чувство времени улучшается. Пока!